И кто же такой Ленин? Человек, мыслитель 20 века. Не только теоретик, но и практик, который смог построить впервые социалистическую страну, где молодой человек, неважно, с какой семьи бы он ни был, имел возможность закончить школу, закончить университет, имел возможность работать и был уверен в завтрашнем дне. Поэтому сегодня мы отвечаем, что да, Владимир Ильич Ленин был героем. И как говорилось в советское время, Ленин жив. Ленин жив в умах молодежи, как никогда. С праздником, товарищи!